Грэплинг – это вид спортивного единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, то есть разрешены приемы практически из всех видов борьбы с минимальными ограничениями по использованию болевых приемов. Запрещены только удары. Здесь проявляется универсальность борца и его возможность противостоять такому же сопернику с богатым арсеналом приемов. Череповчанка Рената Пушникова уже несколько лет занимается этим видом борьбы и достаточно успешно. Этот чемпионат России прошел в Москве. В нем приняли участие более 200 сильнейших борцов со всей страны. В такой серьезной кампании было непросто, но Череповчанка сумела добраться до финала в весовой категории до 53 килограммов. В трех предварительных схватках она одержала уверенные победы, закончив поединки досрочно. А вот перед финалом ей не повезло, получила небольшую травму и в решающей схватке все-таки уступила лидеру национальной сборной России из Санкт-Петербурга. Боролась одной рукой так за неделю до соревнования, опять травмировалась на тренировке сильно очень. Но отборолись неплохо. Тем не менее, Рената Пушникова произвела хорошее впечатление на тренеров сборной России. Ее пригласили в состав национальной команды, которая начинает подготовку к чемпионату Европы. Будем туда готовиться. Ну, это будет осенью. Сейчас, не торопясь, сейчас пока чуть-чуть отдыхаем. И не торопясь, будем наращивать темпы к чемпионату Европы, чтобы быть на пике формы. У Ренаты, кстати, уже есть опыт крупных международных соревнований. Так что на европейском уровне шансы на успех у нее тоже хорошие.